Здравия, дорогие друзья, уважаемые россияне, блогеры, поддержите, пожалуйста, СОС «Экстренное сообщение» в городе Барнауле, 28 сегодня октября, по Москве 9 с копейками у нас, час с копейками, происходит просто вопиющий беспредел. Петрашову Яну Викторовну выгоняют из роддома, в роддом она поступила планово на Кесарева, 38 недель срок. Поступила со справкой, в которой указано, что ковидом не болеет. В роддоме появились сопельки. Вот с такой формулировкой ее и выгоняют из роддома. Под видео я размещу контакты супруга. Вы сможете связаться и выяснить обстановку. Просто вопиющий беспредел. Пытаюсь дозвониться в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор ни по одному телефону трубку не берут. Буду, наверное, звонить в полицию, это что такое происходит вообще. То есть женщину 38 недель, которая легла в роддом рожать, плановая Кесарева, выгоняют из роддома с формулировкой «пройдут сопельки, вернетесь».